Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию, Sigmar Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Американец пишет, что у него на территории ни одного железа. А, прикол. Я, кстати, не замечал, что если, видите, у тебя отобрали клетку, то у тебя захватится клетка. Прикольно. Надо вот тут внизу, наверное, все-таки посмотреть скорее. Тут в очередь ставим правительственную площадь. Туда. Меня спрашивают, куда я поселенца веду. У американцев все еще два города. Ну понятно. В общем, можно выходить во всадников, их строить и еще и плюс апгрейдить дуболомов и мечников. Военную традицию ускорили. Еще одного поселенца сделал. Это интересно. О, да, сюда не ставится город. Только вниз. Блин, вот это, наверное, поселенец лишний. Дуболом там еще ходит. Давайте выгоним его. Да, ну, американца надо захватывать, очевидно. Так, давайте военную традицию откроем, возьмем карточку на всадников. Раз, два хода. А, блин, вот это, конечно, железо мне тут мешает поставить. Так, давайте строителя. Сам сдох. Об меня варвар. А, я еще не принял олигархию, поэтому мне тут нечего строить. Так, ну. Пенгалу, Виктора. Ну, давайте Виктора вот в этот, в Гетеборг на всякий случай. И тут строители еще. Тут еще Магнус не до конца все свои возможности. Это железо обработаем. Город голодает. Недостаточно жилья на производство.
Тут все исследовать. Похоже, вот это, да, реально американца некуда. Ну, сносим. Забираем американца и все. Монумент, древние стены, строитель. Ну, галера точно нет. Можно, кстати, таран построить на всякий случай, если он... Вдруг он стены успеет сделать. Не знаю, зачем ему это понадобится вдруг. 111, что... Ну, какую-то армию он строит. Я сейчас ставлю карточку на кавалерию. Карточку на поселенцев уберу пока. Просто плюс производство. Так, дальше-то в Стокгольме в очередь ставим всадников. В Йончопинге в очередь ставим всадников. Уже апгрейд... А, давайте откроем мечников, собственно. Мечников и колесо. Так. Забиваю на развитие немножко, потому что не строю коммерческие районы. Лечимся. Прям не знаю, куда этого поселенца вести. Вот этого я имею в виду. Этого я тут, наверное, поставлю все-таки. Ливийская. Ливийская. А какие у нас вообще эти есть нации в игре? Франция. Финикия. Египет. Ага. Значит, наверное, Египет где-то недалеко. Судя по названию, это, скорее всего, Египет. Кстати, я не нашел ни одной ГГшки и ни одной руинки. Вообще. Я одну ГГшку нашел. Одну руинку, которую с одним населением на старте получил. Ну вот, все мои руинки у американца, видимо. Да не надо. Спасибо. А, фу, точно, я наврал. Блин, Иерусалим я встретил, точно. Что я вру? Да, Иерусалим я встретил. Блин, у меня не то границы с ним. У меня вот ни одной ГГшки нет. Вот сколько стоит апгрейд? 10 железа, да? Ну, в принципе, 2 этих будет. Вот сейчас всадника строю, сейчас еще одного буду строить. Не, ну как грустно ставить город. Теперь еще и поселенцы забрали, сволочи. Ну, Египет не лучше, знаешь, он меня очень чего захватил. Город забрал. Так у меня еще и тундра, блин, и место капец было. Все места ужасные. Тут еще и засуха началась, еды нет, я там город поставить хотел. Ну как жить, так жить просто. Так, давайте думать, где мне апгрейдить... Ну вот тут я, наверное, этого сделаю дуболома, и этого. Это двоих у меня когда будет, да? Причем этого дуболома надо там где-то тут апгрейдить. Клеток, за что вот апнуть вот этого парня в лучника, чтобы отбиваться. Можно Египет напасть с другой стороны, или его никто не встретил? Я на границе вижу нападать. У меня есть подозрение, что я с другой его стороны, потому что я нашел Ливийскую пустыню. Но, поверь, у меня очень, очень хреновый проход к нему будет. Нет, тоже не с руки на нем. Ну, пусть тогда мои города забирают. А что, уже Египет на тебя напал? Да. Быстро. Египет, а ты чего там? Стеночка та заяц. Ну, у меня на 15-й ход только поселенец вышел первый, чего вы хотели? А чё так долго?
Потому что я откладывал производство, потом поменял клетку. И все, и производство перестало откладываться. Может проложить дорогу к Вашингтону пока. А, так он тут и так уже, блин, он сам ко мне проложил дорогу. Еще одну лошадку смогу построить. А разве у Феса до этого такой бонус был? За обращение 20 единиц науки. Да, по-моему. Странный бонус. А, сейчас не хватает пока лошадей. Блин, может надо было бананы лучше собрать. Давайте строителей еще сделаем. А, апгрейд, кстати, повысился, между прочим. Стоимость апгрейда, помните раньше? По-моему, 20 монет стоил, например. Да. Так, пойду сюда вырубать. Вообще надо сначала еще эти оленей вырубить по пути, раз уж я тут иду. Встану здесь. Ну, кто там метки стал ставить? И она построится. Один ход. Так, берем олигархию. Производство к юнитам кавалерии. Плюс 2 влияния пока. Изоляционизм нельзя пока ставить. Давайте создание строителей. У меня там поселенцы идут. Я, наверное, сюда поставлю город. Да, кстати, и неплохо. Тут город встанет. Вот вопрос только с этим поселенцем. Ну, вообще, если американцы... Он Балтимор поставил. Можно будет вот здесь город все-таки сделать. Может, я зря тогда туда веду. Да, видите, сюда влезет. Давайте вернем... Египет. Здорово, здорово. Нифига, вы такой хребетель, да? Нами. Да. Я все понял. 158 мощь. Короче, поделили сферы влияния там слабеньких пилит.
доступно повышение. Так, ну тут стоим в защите, тут я видел тяжелые колесницы. Я этого ожидал. Не так рано. Ну, тут такая... Так сгенерировалась территория. Что поделать. Так, зал для приемов. Вырубаем... А, тут мы еще... В ребру. Центр коммерции. Ну, тут надо вырубить... Блин, давайте еще на строителя. Ну, героически должен выйти. Сколько зарядов? Два. Ну, хороший рабочий. Обработаем тоже табачок. Так, вот эти клетки к Стокгольму относятся, да. Вырубка. 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 Зал для приемов построен. Можно теперь кампусы. Да, ну в Линчопинге я кампус скорее тут где-то сделаю. Потому что в Линчопинге он тут тоже есть места. Вот, например, вот тут. Здорово, вообще плюс 6. Но я не хочу, у меня минус 6 по деньгам, я не хочу сейчас клетки покупать. Мне нужен скорее центр коммерции. Да нет, даже строители. Центр коммерции надо здесь ставить, получается. Назначим Лян. В Юнчепинг назначим Лян. Иерусалим отправлю на деньги. Тут строим центр коммерции. Здесь, потому что треугольник с гаванью будет. На этого дуболома убить, а то он мне тут в тылу засиделся. Что я могу сказать, сноси. Ну, ему надо было как-то пытаться на меня нападать. Все-таки у него плюс 5 на континенте. А мы с ним на одном континенте. В этом плане Америка, конечно, слишком крутая. Mm-hmm.
А, кстати, может галер построить. Интересно, конечно, у тебя финки местоположение. Я твои границы вижу в тундре. Мы с тобой совсем рядом. Ребят, можно я уже пойду, блин? Потому что нету смысла уже играть тут. Тут как бы у меня два города осталось в снегах. Четыре населения. Ну, Египет. Какая там ситуация? Если хочешь, пускай идет. Я его сам снесу. Через ходов, может быть, 6-7. Ну, если ты там точно не можешь никак отбиться, Челиню, то иди. Ну, я тут никак не отобьюсь. Единственное, науки ничего нету. Ладно, спасибо за игру. И тебе спасибо. Давай. Нет, когда война началась, у меня была одна колесница. Это города, так он поставил город близко к моей столице. Я вот между городом и своей столицей успел открыть. Между нами были редкие ресурсы. Ну, я не стал их выкупать. Вот. То есть рядом с ним не стал этот ресурс выкупать со мной. Нафиг надо. А он такой на три клетки бабах еще в мою сторону. И типа сидит там молчи. Конечно, не могу сесть молчать, блин. Вообще воевать не планировал. Тебе, американец, надо было сразу пытаться на меня нападать и воевать. Ты же имеешь плюс 5 на континенте против всех. В культуру идти. Просто идти в культуру, захотелось что-то в культуру сходить, да? Культуру, походу, француз делает. Смотрю, на это чудеса строится активно. Маяк там какой-то строится. Как культура? Чего почти? Так, а тут у нас равнина, да? А, тогда тут поставлю. Не буду даже идти, не собирал коров. Тут еще есть что повырубать под Магнусом. Хочешь, американец, иди. Если думаешь, компьютер лучше тебя будет воевать. Ну так-то да, 300 против 13 силы. Что-то совсем... О, ГГшка какая-то совсем захалявил. Американец.
Спасибо за игру. Уже ходов 17. Блин, тяжелое поражение. Смотрите, смотрите, насколько плюс 5 на родном континенте, как у американца классно. И 33 сила города стало. Кстати, я могу не взять Вашингтон на самом деле. Блин, я тут хотел вырубить. Построил строители. Еще одного сделаю. Быстро к 50-му ходу двоих вынесли, считается. Ну, они линнули, они еще есть в игре, хотя не канадцы уже. А, нет, он есть на самом деле, его не показывают, потому что я его не встретил. Блин, больно. Тяжело Вашингтон. Берется. Знаете, что на автомат поставлю эти морские юниты. Не будет сейчас времени. Блин, или приатаковать город. Ну как-то больно. Если я где-то на месте свой выбор поставлю, почти не буду, что у меня совсем все плохо. Ну, в принципе, ставь. Я думал сам поставить где-то в том районе. Центр коммерции, амбар. Ну, типа, к амбар. В очередь монумент. Ну, я воевать не хочу, становиться. Ты, может, чуть правее встань. Ну, что-то Филадельфия отваливается. Ну, не то чтобы сильно, конечно, но да. Отваливается. На одну клетку правее, чтобы ты мог акведук поставить. А так у тебя вообще... Ну, там же нет воды. Блин, плюс 5 на своем континенте – это очень крутой бонус у американца. Если бы он так не халявил с армией, и даже если бы он решил на меня напасть. Он бы меня просто снес, я думаю. По-русски маньяк. Маньяк. По-русски маньяк. Так, этот сюда проатакует. Давайте переместим тогда сюда. Мечник сюда встанет. На всякий случай. Это против стен работает. Тут стен нету, поэтому особо не будет атаки нормальной. Причем первый встречен.
Я его первый встретил. Ну, просто желательно хотя бы 4 юнитами сразу проатаковать, не знаю. Я боюсь, что Вашингтон не берется. Там у него еще и Виктор, видимо, сел, да? Нет, не видно Виктора. Плюс здесь от гарнизона, это имеется в виду, что юнит внутри есть какой-то. Там у него еще появились всадники, блин. Не, ну надо атаковать. 43-40. Ну, если мне не убьют юниты, то, по идее, я следующим ходом должен захватить Вашингтон. Так, вот подождем. Я не хочу сейчас клетки покупать. Да и мне денег нету, прямо скажем, на покупку клеток. Блин, опять я... А, господи, да что ж со мной не так? Мне вот тут надо вырубить, чтобы центр коммерции поставить. Давайте из Филадельфии отправим. Некрасиво, наверное, лагерь в мою сторону ставит. Я тут не смогу кампус поставить, потому что тут сахар. О, грек. Ой, грек, Египет вообще тут рядом со мной. Такая мощь большая. Ну, построить, мне кажется, ее не проблема. Ты, если что, не переживай, я на тебя нападать не собираюсь. Ну-ну. Нам, что же все таки невежливые то армия у тебя же там без дела. Почему без дела? Сейчас чем по-твоему занята? Очень занятая деловая армия. Да, он у меня 2 которые в холмах, в зиме, в лесах, в горах, еще и со стенами, а я без осадных орудий, поэтому мне есть чем заниматься тут. Поэтому я и поставил лагерь сверху. Не, ну должен захватываться. Ну, Балтимор уже легко будет. В героическом веке. Нет, с Теодором Рузвельтом уже никаких договоров. Ой, чуть не принял сделку. Да, там минус 7, но, вы понимаете, Балтимор упадет довольно быстро. Надеюсь, мне только вот этого всадника не убьют сейчас. Может убить разведчик. Очень бы не хотелось. Нет, не убил.
Там варвары еще осаждают. Так, стоим тут, все, лечимся, апгрейдимся. Пока, кстати, ни одного юнита не потерял при атаке на американца. Сколько стоит эта клетка? 60 монет. Да. Не скоро я куплю. Ой, стремя открыл внезапно. Так, пошли в ученичество. Скаутом атакует лучника моего. Так, коники должны вылечиваться. Блин, может пересаживать уже Магнуса? А, некуда пока пересаживать. Давайте пингал в Вашингтон тогда. Не станем, убери своего лучника. Куда-нибудь. Соседство кампусов может. А вот это, кстати, можно убрать. Так, содержание юнитов давно надо было поставить. Ну и давайте изоляционизм. Пока. Правда, 4 хода осталось. Преслов встретили. Тоже первым. Кстати, ничего такое место. Да, блин. Подожду, когда добавятся клетки. О. Да, минус 7. Ну, наверное, Виктор... А, блин, я изоляционизм поставил. Ладно, постою пока, подожду. Так, скаут. Иди сюда, я тебя буду убивать. Ну и вообще в Вавилон, наверное, стоит отправить. Не самая прям супер научная ГГшка, но
Библиотеки у меня уже есть, по-моему. Да, есть тут и одна библиотека, тут вторая достраивается. Вполне. Вполне. Может, военный лагерь сделать? Он вообще ничего не вырубал, я смотрю. Давайте тогда строителя. Ну, кстати, можно и мечника одного проапгрейдить. Не, вначале я все еще считаю, что вначале очень тяжело воевать. Вот если ты как-то не опережаешь соперника. Тут, ну, просто соперник слабоват вот был за Америку. Америку выносить еще и когда плюс 5 она имеет. То есть ты одинаковыми юнитами идешь, а у соперника сила выше. Как играть, непонятно. Лечится. Ну, так себе торговец. Копию редкого ресурса этой клетки вашей столицы дает. Короче, будет у меня разведчиком. Библиотека, значит, 40 науки. А у Египта тоже 40. Видимо, у них там тоже какая-то ГГшка есть научная. Момент, чтобы клетки быстрее присоединялись. Рынок. Рынок. Мне бы желтую ГГшку найти, кстати. Это будет здорово. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!